представляем набор миниатюр для косметической процедуры дома. В наборе содержится 5 средств, которые помогут провести полноценную салонную процедуру в домашних условиях. Гель очищающий, мягкое средство для умывания, не содержит агрессивных павов и подходит для любого типа кожи. Маска энзимная пектиновая, маска для дополнительного очищения, которую можно использовать перед чисткой или как мягкий энзимный пилинг. Маска акваудовольствия обеспечит эффективное увлажнение с пролонгированным действием. Сыворотка 3D увлажнения содержит в своем составе 3 вида гиалуроновой кислоты. Хорошо подходит под все виды аппаратных процедур, а также является основой под пластифицирующие маски. Крем увлажняющий – идеальное средство для завершения процедуры, а также прекрасный дневной крем для любого типа кожи. Способ применения. При помощи геля очищающего хорошо очистить кожу от остатков макияжа. По необходимости можно обработать лицо при помощи тоника. Далее наносим пектиновую маску. Если вы хотите провести ультразвуковую чистку, маску стоит нанести средним слоем под осмотическую пленку или под специальную полиэтиленовую маску. Оставить на коже на 15 минут, потом тщательно смыть водой, провести процедуру ультразвуковой чистки или смыть маску с кожи, тем самым завершив энзимный пилинг. Далее используем сыворотку 3D увлажнения. По ней можно провести процедуру фореза, либо нанести пластифицирующую маску. Также можно использовать маску акваудовольствия. Нанести ее средним слоем, где-то 1,5 мм, оставить на 15-20 минут, потом тщательно смыть водой. Завершить процедуру можно при помощи увлажняющего крема.